Ciao amore! Ciao cara! Che elegante che sei! Grazie mille! Anche tu! Anche tu! Grazie amore! Molto fashion! Пойдем? Вот так пенсионеры должны одеваться. Посмотрите, еле идет, обстановка пустенькая. Ну да. Как съемка? Очень хорошо. Сегодня везде мне зеленый свет. Отсняла я легко, припарковалась легко. Классно. Посмотри, как белые кроссовки с темными брючками смотрятся. Да, очень красиво. Хочешь, подарю тебе? Наверное, не откажусь. Вообще, я, конечно, в который раз поняла, что я просто обожаю то, чем я занимаюсь. Прям сегодня все я так зачетно получилось это у меня. Важно. Да, это важно. Вообще, конечно, большая удача в жизни найти работу, кайфовать от нее. Я сама ее нашел, причем. Ну да. Я себя чувствую бизнес-вумен с нуля, да. Давно не была в Падуе, мне кажется, Падуе погрустнела без меня. Она красивая через объектив моей камеры. Приятного аппетита. Спасибо. Инга, хочу тебя предупредить, что завтра у меня съемка на вилле, где произрастает вино, поэтому вернусь домой тепленькая. Да шучу я, Инга. Я потом за руль сяду, ты что? Если что, ты мне позвони. Звони. Я перебрала муж. Выручайте. Хорошо. Я машину оставлю в центре. Ну, рядом агентство, да, потому что мы поедем на другой машине. Извини. Если вдруг... Находится... Ну, там в центре, напротив мужского Миотто. Мужского Миотто. И если я буду совсем хороша, может, я потом пешком дойду. Пешком дойти? Ну да. Зачем тебе доезжать? Так мы в горы едем. Это же не своя машина. Ну я и говорю. Потом-то я вернусь за руль, пешком сяду. Пешком дойти до агентства. А, кстати, да. Ну тогда все, завтра я. Жди меня к вечеру. В воскресенье. Летом поедем, будем ходить туда. Сушёнка. Тебе придется чуть-чуть потерпеть. Я что-то себе очень нравлюсь с темными волосами. Поэтому я пока побуду брюнеткой. Как хорошо-то быть блогером, однако. Как-то на самом деле сегодня по-другому все выглядит. Любимый... И забор выше и красивый. И забор выше и красивый, и трава свежее. Любимый, ты рад, что я блогер? Извини, твоего ответа не было слышно. Громко крикни, да, и будем да. есть. Это прям какая-то эстетика. Тебе тоже наложили как мужа блогера. За компанию. За компанию, да, видишь, как тебе перепало. В контине взять вина? С собой, да. Хорошо. Да мне неловко, потому что мне всегда бесплатно все отдают. Где? Не позволяют заплатить. Привыкай. Привыкай, да. Ну ладно. Что-то хотела тебе сказать. Ты сказала, что я пахала. А я хотела сказать, да, я такая молодец, и что-то забыла, еще что-то хотела сказать. Вспомнила, что я хотела сказать. Это была моя смешная шутка. Я хотела сказать, что у нас теперь и пицца самая пиццная. На ней больше всего сыра. И сушные. Суши самые сушные. Всегда кусочек мяса потолще. Такие мы крутиши. Красиво. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Я думаю, это реально блогерская версия. Посмотри, как много. Я хотела тебе сказать, забыла. Сенека нарисует. Нет, он не нарисует меня, но он нарисует граффити с номером для меня. Я буду знать, что это за номер, и смогу найти это граффити.
представляешь? Я не знаю, мне его представитель отошлет эту работу, номер отошлет, но в любом случае для меня будет присвоен как бы номер, получается. Представляешь? Но я думаю, что его представитель мне в итоге скажет, что это за номер, либо где можно найти эту работу. Вот так. До скольки сегодня должны быть? До скольки? Ну, как обычно, до 12:30, да. Но она, если не заканчивает, она убирается дольше. Ну что, посидим как влюбленные. И потом я пойду потрачу деньжищ. С удовольствием. Сидим, как... На наших детей. Коронавирусом. Такой развод, на мой взгляд. Вообще мы сидели в ресторане, да? Угу. Посмотри, вот в ресторане мы сидим без масок, все без масок, да? Почему на открытом воздухе, соблюдая социальную дистанцию, мы не можем сделать то же самое? Удивительно. Да. Я что-то пиджак чувствую. Вообще давно такого не было, да, видно, чтобы люди сидели, обедали. Да. Итальянцы говорят «giornate regalate», то есть подаренные денечки. Вот действительно, да, как подарок. Giornate regalate. Regalate. Как регало. Это регало. Ладно, любимый, сидеть хорошо. Пойду портки покупать на всех троих. Ну, пойдем, по пути с тобой. Пойдем. Ох, нравятся мне мои капелли Бонни Скури. Скури, это темные, да? Да. Видишь, это шатуш наоборот. Нравится ли мне нынешняя мода в Европе? Да, в частности, как одеваются. Мужчины или женщины? В основном женщины. Мужчины конфеты не дали. Самые модные, самые в мире. Знаешь, Шумка, я не знаю, как тебе на этот вопрос ответить, потому что я постоянно в этой одежде, в этой красивой одежде, в этом стрит-стайле, у меня уже, что называется, глаз замылился. Мне кажется, что все одеты прекрасно и ужасно одновременно, одинаково и по-разному одновременно. То есть я на самом деле не могу сказать, нравится мне или нет, потому что я уже давно никого, кроме Италии, не видела. Давай, любимые, хорошо вам забраться. Спасибо, Иван. Спасибо. Сегодня на площадке я буду самая элегантная. Да, это точно. Самая фэшн. Поддержи. Хорошо, любимый. Давай, счастливо. Пока. Бай-бай. Кроссовки, которые я тебе подарю. Я, кстати, видела, как ты торопился на свиданку. Остановился тут, на кроссовки смотрел. А, где вот эти? Ну, соглашусь, красивые. Ладно, со следующей зарплаты, они твои. Ладно, любимый, счастливо. Давай я тебе ремень подарю вместо кроссовок. Не выйдет? Не выйдет?